уважаемые участники ICO «Тараманин», а также присматривающиеся к нашему проекту. Позвольте отметить тот факт, что всегда необходимо смотреть вперед, на перспективу, работать на опережение, что, собственно, мы и делаем. Сегодня мы участвуем в одном из значимых событий – блокчейн-конференция. На подобных мероприятиях всегда можно найти что-то интересное, ухватиться за какую-то идею, найти для себя инженерные решения, а также информационные решения, которые так важны для нашего с вами проекта. Евгений, расскажите, пожалуйста, нашим инвесторам, которые нас будут сегодня наблюдать, что же у вас за такой интересный продукт, который может и нам понадобиться, и, возможно, еще кому-то другому? Потому что я увидел перспективу. Мы привезли наш модуль удаленного управления питанием майнинговых ферм. Ну, для чего мы его создали? В первую очередь для того, чтобы упростить задачу тех, кто добывает криптовалюту, задачу подведения электропитания к майнинговым устройствам. Ребята предлагают решение, интересное решение, как дополнение к майнерам. Это решает очень много комплексных вопросов. Так вот, мы в Тараманере смотрим вперед и занимаемся также разработкой технологий. Ищем новых партнеров, надежных партнеров, хотел бы подметить. И на базе этого решения я вижу перспективу, потому что у нас мобильное решение, устройства ребят очень компактны и к нашим ваннам могут иметь непосредственное отношение. Global Blockchain and FinTech Forum 21 февраля, Москва. Именно там мы продолжим наше роуд-шоу, и вы лично сможете задать вопросы нашему фаундеру проекта Павлу Кузнецову. Увидимся в Москве 21 февраля.